и адвокат Марта Матвеева. Я защищаю только женщин. Говорят, вы никогда не проигрываете. Мне нужна ваша помощь. А почему вы не хотите его посадить? 5 лет. Если вы признаете свою болезнь, я смогу вернуть вам дом. У меня все из рук валится, я работать не могу. Поможете мне вернуть дочь? Я ваш адвокат, и я буду вас защищать. Пожар в торговом центре. Мы возьмем это дело. Если мы не найдем кого-то, кто знал о пожаре, отвечать за все будет наша клиентка. Я вас не знаю. Значит, просто молча пьем вино? Хотя бы судья подремет, вас адекватный? Он судья на моем процессе. Зря ты в это дело ввязался. Какое бы ни было дело, адвокат на полпути не бросает своего клиента. Твоя работа и семья несовместимы. Развелись, Дим. По твоей инициативе. Я заберу у тебя Сашу. Что, хочется сказать свое любимое? Суда не будет? Будет, милая, будет. Мне только сейчас, собственно, суда не хватает. Ты мне очень нужен. Ты не можешь всем помочь в этом мире. Алла, вы ни в чем не виноваты. Никто не поверит. Но надо бросать это дело, Марта. Я пойду до конца. Я буду делать то, что я должна делать. Вы не знаете, с кем вы связались. Встретимся в суде? Или решим, все мирные суда не будет?